Для нас еще и меньше. Два. Меньше. Сейчас еще кто-нибудь влезет. Одного. Ванька, значит, маляр. Да, Ванька? С чего ты берешь это все? Нас, я не пойму. То пинболист, то маляр. Ну, маляр и пинболист это одно и то же. Поровну. Не, ну смотря как посмотреть. Это вообще-то разные вещи. Одно и то же. Маляры, они же со страйкболистами рубятся, они там типа, одни кричат, что одно круче, другие, что другое круче. Одеяло каждый на себя тянет. Броник появился. Шансы сравнялись. 10 на 12. И в нашу пользу. О, два сразу же. Даже машину вызвать нельзя. Знаете, где ящик с говном, с этим по танковым? Снайпера уже шмаляют. Быстро они сегодня. Да. К Б4 через мост. Но немцы свой кусок забрали, не наш. Приехали. Двое. Да. Трое даже, или даже зачем? Четверо. Нам машинка еще. Что, в моторизованную пехоту никто не хочет? Машинка валит нехило там. Причем по мне, блин. Ну она сначала по мне, я просто за куст заплыл, у меня хватило тяма. Ты не заплыл. А я не успел. Ты не старался. Нет, я не успел. Патрон быстрее меня. На втором этаже их полно прям. Уже на чердаке, смотри. Да. Справа, по-моему, тоже в здании, которое маленькое. Кроем второй этаж, кроем. Даем высовываться. Бля, ну как он попадает? Ну что это за говно такое, а? Там снайпера многие. Это не пулемета стреляли. Ганина, вот которого ты стрелял, ты его так и не добил. Он в спину гранату хотел кинуть. Но я в него не стрелял. Ты просто посмотрел? Ну да. Ребята, на мосту пришел уже ко мне, убил меня посередине прям. Реки. Вот скворец-то, а? Патрик, ты из наших залез уже, я смотрю.
18 на 15, мы теперь должны это сделать. Да ну Б3 вообще движуха. Кто-нибудь сюда идите скорее. Да все идут. Именно скорее. Бегу, Руслан, бегу. На втором этаже и на третьем этаже бегают. Слева снял одного. Зараза, вот он там же за дверью стоит, гранату мне надо. Просто смотришь на них, либо стреляешь. Если стреляешь, то это временная точка. Если смотришь в прицел, то это вот где он находится, ромбиком. Вы вообще решили с правого фланга зайти? Да. Пулемет у него еще хуже, чем у джипика. Углы вообще убогие, надо прям смотреть на этого самого врага. С прыжка. Контрстрайкерс, блин. Поста один. Да что ты сделаешь-то? Вдоль моста идет, с правой стороны от моста. Перезаряжаюсь. Убил. Он ко мне шел, я снайперку нашел и троллю там в доме. Это дело, я пулеметом не могу ходить справа. Ну ладно. Нормально. Машинка правее, осторожно. Перезаряжаю. По-моему, за гономагом все еще упырь сидит. Убежал. Да-да-да. Еще кто-то. Ужас какой-то, блять. Сколько у него надо попасть раз? МГ 40, 30 с чем-то. И заряжался, меня убили. Точка моя. Нет, не моя. Двое за этой самой, за домом двое. Давайте на Б сразу возрождайтесь, пока я тут.
В дом забежал. И у них броник, что ли, спел? Блин, вот стоило мне пропасть, бы ты опять отхватывает. Как так? Охренеть, я думал, это свой. В доме один на один. У него ППШ, предпоследняя колонна с их стороны, это там враг стоит. В цветах, в кустах. Прям за колонной фигня там. Бери снайпу, кто там рядом со мной был. Второй там же. Беттер на мосту человека высадил, тоже шмаляет. Где кого? Ванька, давай направо, Ванька! Моста снайпер работает. По С3 работает снайпер. Блин, ну одного в доме бросили опять. Ну что за... Ванька! Там еще двое, смотри, сбери, главное, со своего, со своей стороны ходят. Панзерфаус уже на спауне есть, да. Тут беттер выпилить. На втором этаже. Да ты чё? Ванька, сейчас зайду к тебе. Не напрягаясь вообще. Батар выпилили, да? Не в чите дело, а поехали. В том, что это... Не задумываясь, в башку заряжает. Вот, то есть одна пуля прилетела, ну две. И в голову. Ну как это? Да, снайпер там с моста. Холмов где-то. Слева второй этаж сразу. Кто зашел? Конина, ты, да? Нет. Как ты им займешь? Правее, правее, да. И слева да, тоже. Твою медь! Сота. Беттер приехал новый на спаун, хватайте на С3 Панзерфауст на втором этаже. Да, Беттер. Здание, которое рядом с зениткой.
Да, они тут с пулеметами бегают, с ППШ. Серьезные ребята. На втором этаже остался, да. Чувак на велосипеде только что утонул. Они не тонут. К сожалению. Я знаю, нет, ну смешно выглядит, когда человек уходит на дно вместе с живым. Оп. На С3 бегут, короче, пури пешком. Два минимум. Где? В том спауне, где Беттер все время приезжает на мост. С3. Со стороны холмов спускаются. Модули-то там где-то. Походу снайпер что ли бегает. Тут Беттерик стоит. С3 опять же. На нем скорее всего спавнится. Вот так, да? По краю карты с левой стороны плывет в воде. Сняли. Хорошо, они там закрепились, блин. Не второй, третий этаж, пулеметом не держат, ну что ты с ними не сделаешь? Да надо в дом заскакивать, и тогда можно что-то их выбивать потихоньку. Да следом приходят другие с ППШ. Это потому что там один остаешься. Ты просто тебя зергуют и все, закидывают трубами. Беттер все еще живой? Отлично вообще. Он вот тут, да, вот за дверью сидит, да. Крысит, ты его хер выбьешь. Без гранат вообще нереально. Двоих там. И вот
надо было сейчас именно дотянуться до кнопки, которая включает чат, блядь. Друг друга убили. Снайпер сразу слева от моста, под деревом. Тут все плохо, тут нас в тыл беттер расстреливает. Немцы бегают прям под С3, блин. Я сейчас гляну, как у вас тут дела обстоят. Не рекомендую. Беттер умчался. Нет, ни хрена он не умчался. Там машинка едет. Не угнать ли нам машинку? Где мой велосипед? Поехали. Ну-ка давай-ка прошерстим граждан. Вон стоит пулемет, пулемет справа. Я он слепой, что ли? Снайпер какой-то. Мы с ним танцевали, а ты помешал. Вот этот беттер нас терроризирует уже минут 10, наверное. Поменьше. На нем постоянно спаунится, выдвигаются. Нас половина народа, кстати, стоит. Разжалку, ничего не... Ну да. Урвал я пулемет их. На беттер никто не хочет сесть, на... Это ненадолго, наверное, они сейчас с Панзерфаустом прибегут. Прям по курсу проверить чуть-чуть спереди наверху. Меня тоже, кстати, убили. А нет. А нет, убили. Как они задолбывают, они тупо на линию огня становятся. Ты ему ничего не повредил там? Ну, стрелка из винтовки можно, да. По дороге прям по курсу. Ну и правее тоже. Наверху, короче, машинка приехала с двумя стрелками. Правее по склону. Да они со всех сторон просто лезут. На джипе подъехал ко мне немец, прям в упор на расстоянии 8 километров. Я видел, я рядом был. Я думал, что это свой, собственно говоря, американской машинки. Я видел, я как раз ничего не делал. Да. Да. Нет, он меня тоже убил, я не успел в него попасть.
Опять вражеские бойтеры катаются. О, загорелся. Зенитки, это ты. Второй этаж здания рядом с мостом, двухэтажное. Там ящик. Нос к тебе, велосипедист там где-то. Да я видел, я снайпера хочу снять. Да, вот это здание Ант нашел уже. У кого гаечного ключа нет, починить? Не, Амберс, нет пока. Они садись, подвезу. Ты тут будешь бегать. Сажусь, секунду. Поехали. Проверить, что бетер. Снял я твоего снайпера нос. Чего? Снайпера снял, говорю. Удержать не буду. Давай я тоже снял, еще один приехал. Так вот, который приехал, я его убил. Блять, перезаряжаюсь. На входе прям за бетером человек бегает. Уже нету. Да нету, я снял его. Я терроризирую там какой-нибудь. Так, а броневик этот чертов угнать оттуда никак нельзя? Его можно попробовать сжечь с пулемета, но это долго очень. Или кто-нибудь может попробовать его угнать на Е. Они на него рождаются, потому что. Да. Да, его сжечь надо. Они тупо на нем рождаются, сволочи. Да. Сейчас мы C3 захватим, надо, чтобы все здесь вырождались. Давайте сюда на C3 все. Пауз-то где-нибудь есть? На C3 есть, на втором этаже. Здание рядом с зениткой. Сожгу этот ёбаный. Ну хоть все уже здесь, это радует. Не дело, они же все время на нем, сука, рождались, блин, а? Сейчас еще продолжаем. Снайпер с нашей стороны где-то херячит по нам сюда. Да это я стреляю по немцам. Которые рождаются на этом. Подержи, сейчас мы вдвоем подойдем. Засадим в него. Перезаряжаюсь, у меня не бесконечные патроны. Нормально. Есть! Один выстрел есть. Когда уже он у меня все патроны кончились на джипе. Они появляются на нем, в голову им стреляешь, пишут только ранен. Ну так ранен. Со снайперки. Они походу еще и чинят его изнутри. Ой, я немецкую снайперку. В двери гранаты залетают только так. Шум. Откуда ты стрелял? Бля, рожалку наш со второго этажа палят. На С3. Второй этаж. Горите. Да, меня взорвали. Слева от моста.
Хрена ли у меня винтовка резко стала? Панзерфаус не будете брать? Ладно. Надо два сразу просто. Ну там у них пара. Ванька, были. Ты дно, Ванька. Опа, Ваньку уже выпилили прямо здесь. Спускаемся. Машинка. Убил одного. Вроде еще кто-то был. Так, пулеметная машинка. Их приехала со к Б4. Да. Да ты по... на Б4 сидит один в доме. Как они объехали, я что-то понять не могу. Так, Б4 забирают. Это плохо. Я сейчас попробую убить. Он там один, а моему нет. Их там много. Там много, они на рожалке приехали. Это хреново. Но мы выиграли. Удивительно вообще. Да почему удивительно? Мы долго точку-то удерживали, которую нам надо было удерживать.